Послушайте. Увидели там парковку на 1000 машин. Ну, сейчас, ну, дайте. А какое отношение имеет лес к Петровке 38? Ну, самое прямое. Сейчас я расскажу. Полицейский из УВД Барвиха, ну, полицейский с Рублевки к нам подошел. Мы в лесу остановились, там не на парковке же нам стоять. И говорит, уходите, это территория парка. То есть сейчас лес стал территорией парка. Сейчас нам некуда даже выехать подышать теми самыми живительными фитонцидами, которые нужны для иммунитета. Там рядом Новая Горева, это резиденция президента. Вообще-то он тоже заботится о своем здоровье, насколько я понимаю, тоже хочет дышать теми же самыми фитонцидами. Просто смысл я в том, что здесь ГУВД Москвы, а не Московской области. Хорошо, вот просто из-за этого хорошо, ничего страшного. Андрей Воробьев, например, губернатор, он как бы имеет почему-то полномочия распорядиться, выгонять население из леса, говоря, что это территория парка. Это что, частная территория? То есть мы совершенно были ошарашены таким поворотом событий. И так это, между прочим, особо охраняемая природная территория. Раздоровский лес, Ромашковский лес. Вырубают под дорогу, под стадион, кинотеатр для машин. Ну, какие-то абсурдные совершенно проекты. И лес – это живой организм, а его оставят какие-то кусочки. Ну, на три сосны полюбоваться, извините, ехать в Подмосковье – это совсем неправильно. А вот, и, конечно же, мы хотим этому препятствовать и будем этому препятствовать. Я надеюсь, что те, кто заботится о будущем своих детей, своих внуков, они тоже к нам присоединятся. И местные жители, они тоже за нас. Ну, в смысле, и мы за них, они за нас. То есть мы вместе. И, конечно же, нам очень жаль того, что уже вырублено. Но допустить дальнейшее уничтожение леса – это просто это преступление, это допустить совершение природы. За мной тогда. Давайте, говорю, лучше. Да. Что, что, меня не забьете? Нет, поедем отдел. Ну поехали, я сам хочу. Давайте я с ней поеду. Правильно, что? Давайте я с ней поеду. А сидите, правильно. Давайте. Ну, пальцы ломаете. Что? Куда пошли? Пошли в отдел, что, куда? Пошли. Пошли. Ну все, пошли. Демонстративно жестко задерживают, оставляют руки. Вот. 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 В